Приветствую, дорогие друзья! Очень хотелось бы сегодня поделиться с вами позитивным, добрым видео, чтобы поднять настроение. Да вот только вынужден я делать объявление о пристройстве. Буду краток. Все вы знаете собаку Ладу, видели сюжеты о ней, знаете, что собака многое пережила. Сначала жила у хозяйки пожилой, потом ее не стало. За собакой присматривали бездомные люди. Потом мы забрали собаку к себе и уже искали ей новых хозяев. Непосредственно из нашего дома, когда она жила у нас. Нашли женщину, но женщина оказалась, так сказать, для собаки не тем человеком, и собака Лада от нее убежала. Потом мы нашли еще новых хозяев, и вот уже полгода вроде как все было отлично. И сейчас собака Лада снова ищет новый дом. Я знаю, что сейчас, в период пандемии и всего такого, да, многим людям вообще не то, что не до животных, им нет дела до других людей, много забот, я понимаю все, но будем надеяться, что все это в скором времени утихнет и собака сможет обрести новый дом. Поэтому, если кто-то из вас до этого видео уже видели собаку Ладу, понимаете, какой у нее характер, что это добрая девочка, активная девочка, и, может быть, вы сможете скрасить ее и без того не совсем счастливую собачью жизнь. Я очень хочу, чтобы собака наконец обрела человека, свою семью, людей, которые никогда ее не предадут, и все будет отлично. Очень этого хочу. И, пожалуйста, друзья, не пишите комментарии, ну оставь ее себе, что тебе стоит. Ну, друзья, у нас огромный зоопарк. Просто прошу понять. Все, в общем, сказал. Любые подробности, друзья, по поводу Лады будут позже, обязательно будут. А сейчас мы просто пытаемся найти новый дом девочки. Буду пробовать собаку отправить даже в другой город нашей страны, да, России. Готов идти на многое, лишь бы она была счастлива. Поэтому пишите. В связи с пандемией этот вопрос будет, так сказать, не лететь, а плыть тихонько, но, по крайней мере, будем решать. Спасибо вам большое за внимание. И я очень надеюсь, что Лада все-таки обретет, который раз уже, аж смешно, дом и хозяев, с которыми она проживет до конца своих дней. И это будут самые счастливые дни. Спасибо за внимание.